По таежным просторам, по бесконечной тундре кочуют оленеводы вместе с семьями. Сменяются века, а поколения оленеводов так и продолжают свой путь. Ведь главный смысл их жизни – сохранить оленя. Раньше вопрос о сохранности оленеводства не стоял так остро, поскольку дети сменяли родителей, продолжая кочевать и заботиться о своем главном богатстве – олене. Так было заведено, и это было законом жизни. Но с течением времени все изменилось. В оленеводстве все больше стала ощущаться нехватка кадров. Чтобы как-то решить эту проблему, в начале 90-х годов 20 века в Якутии стали создаваться кочевые школы, чтобы дети учились, не отрываясь от своих родителей, чтобы, кочуя вместе с ними, постигали азы кочевой жизни и продолжали традиционный уклад жизни северных народов. Чтобы узнать, что делается в сфере кочевого образования в настоящее время, мы встретились с ведущим специалистом-экспертом отдела кочевого образования Якутского филиала Федерального института родных языков Аленой Васильевной Ивановой. В нашем филиале отдел кочевого образования работает уже давно. Мы являемся филиалом Федерального института родных языков народов Российской Федерации и работаем со всеми регионами России. Проводим различные мероприятия по проблемам кочевого образования, и с некоторыми из них я хочу вас познакомить. Например, мы проводили всероссийский конкурс видеороликов «Расскажи о своей кочевой школе, кочевой дошкольной группе». Как раз вот видите ролик из этого конкурса. В этом конкурсе принимали участие из 7 регионов Российской Федерации. Самих участников было 155 человек. Это сами дети и их наставники. Конечно, видеоролики снимают, мы разделили на 4 категории. Это дети дошкольного возраста, 1-4 класс, 5-8 и 9-11. Поэтому наставники им помогали. И мы главной целью этого конкурса мы задались, знаете, в чем была главная цель? Чтобы другие регионы, в которых вообще не знают о кочевом образе жизни, о кочевых условиях, чтобы они узнали, как живут их сверстники, как они учатся, чем они занимаются и как они сохраняют традиционный уклад жизни вот в таких кочевых условиях. Поэтому роликов много, они все размещены на странице ВКонтакте Феря. На заключительном мероприятии мы разослали информационные письма, и откликнулось очень много регионов, в которых именно они не знают, что такое кочевой образ жизни, кочевье, да, это из республик Башкортостан, Татарстан, Луганская Народная Республика, Карелия, Мурманская область. И они посмотрели ролики и поделились своими впечатлениями. Им было очень интересно узнать, как живут их сверстники, как они учатся и сохраняют свой традиционный уклад жизни. И кто же в этом конкурсе, какие были победители, кто победил? Ну, я могу сказать, например, победителей было много, да. Например, в категории дошкольники мы сделали 2 первых места. Это первое место сиротета Вероника из Ямала и Кимикинова Вероника, мы их называем две Вероники, из села Себянкёль Кабяйского района Республики Саха-Якутия. Вообще, надо сказать, что в наших мероприятиях самыми активными участниками являются вот наша республика, да, и Ямал. Вот очень много участников. Также из нашей республики были из Момского улуса, из села Кустур, из Оленёкского района много было участников. Так что практически были задействованы все регионы. Также мы проводили конкурс электронных образовательных ресурсов. Это для дошкольников. Принимали участие из 5 регионов. Это были воспитатели, которые приготовили, начиная от просто видеопрезентации, мультфильмов, видеороликов, которые присылали, по тематике парциальной программы для дошкольного образования, которую разработали тоже мы в нашем отделе. Программа называется «Мы северяне-кочевники». Они выбирали темы и присылали свои работы.
победила воспитательница из Чукотки. Она прислала нам ролик, мультфильм на чукотском языке. То есть вот в своих конкурсах мы, так как мы являемся якутским филиалом Федерального института родных языков, мы приветствуем всегда, когда вот ролики, мультфильмы делают именно на родных языках. Поэтому, когда делается на родных языках, у нас пожелание, чтобы всем было понятно, были субтитрами на русском языке. Угу. И вот эти электронные образовательные ресурсы, мы все это собрали, делали сборник. И сборник при содействии кафедры ЮНЕСКО СВФУ разместили на арктическом многоязычном портале. Тоже там все работы, которые были нам присланы. Поэтому каждый воспитатель может просто зайти и использовать в своей работе. Также мы на постоянной основе ежегодно проводим конференции, научно-практические конференции по вопросам кочевого образования. Это конференции межрегионального уровня, в которых принимают тоже участие все, стараются принимать участие. Мы обычно сотрудничаем где-то около 7-8 регионов, 10 регионов Российской Федерации. Это, как я уже назвала, Ямал, Республика Саха-Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский округ, Красноярский край. И вот в прошлом году у нас были участники из Иркутской области. Очень много было участников. Угу. Так, и в этом году тоже будет конференция. Она будет посвящена вопросам методического обеспечения кочевого образования в дошкольных и начальном общем образовании. Да? И мы всегда проводим эти конференции. Люди активно принимают участие, рассказывают о своем опыте, делятся лучшими региональными практиками. И мы в конце составляем сборник в электронном формате. И таким образом это будет уже как бы обмен опытом педагогов кочевых образовательных учреждений. В этом году конференция будет 28 ноября. Мы приглашаем к активному участию и ждем наших педагогов. Вот во всех наших проводимых мероприятиях активное участие принимает именно кочевые школы. Но самое активное участие, можно сказать, что Республика Саха-Якутия была пионером именно в области кочевого образования в России. Потом уже опыт республики был перенят другими регионами, в частности, Ямалом. В Ханты-Мансийском автономном округе существует опыт организации стойбищных детских садов, школ. И вот на всех этих мероприятиях они обязательно обмениваются опытом, да? Хотя все это проводится в онлайн-формате, они все это рассказывают, опыт свой, и делятся со своими педагогами. Я хочу рассказать, допустим, еще об одном интересном случае, когда мы проводили вот этот конкурс «Расскажи о своей кочевой школе, кочевой дошкольной группе». Для того, чтобы наградить призеров, мы искали спонсоров. И спонсоры нашлись у нас только в Республике Саха-Якутия, конечно. И есть очень много, несколько детских садов с одноименным названием «Олененок», допустим, да? И детский сад «Олененок» города Якутска нашел детский сад «Олененок» на Ямале. Они начали общаться, детки отправили им рисунки, да? Угу. Таким образом, они практически друг друга уже все знают и общаются. И для того, чтобы сохранить родной язык, конечно, кочевое образование играет в этом первостепенную роль. Потому что для того, чтобы сохранить традиционный уклад жизни в местах именно традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, родной язык имеет первостепенное значение. И мы в отделе учебников также разрабатываем учебники на родных языках. Учебники по ивенскому языку, по венкийскому языку. Также у нас разработаны учебники по телиутскому языку, по инецкому языку. И в данное время идет работа по разработке учебников чукотского языка. Угу. И наш отдел, вот наш якутский филиал, оказывает научно-методическое сопровождение, организационно-методическое сопровождение в разработке данных учебников. Алена Васильевна, а для разработки учебников специалистов вы как привлекаете? Мы привлекаем именно специалистов, носителей языка. То есть в авторском коллективе это должен быть обязательно учитель, носитель, да. Также привлекаем мы людей пожилого возраста, допустим, инецкий язык,
Носителей осталось очень мало, и мы находим носителей, которые помогают переводить тексты. С русского на энецкий, например, сейчас идет разработка, будет с русского на чукотский. Тем самым сохраняется язык и разрабатываются учебники, которые будут использоваться в школах. В отделе кочевого образования у нас работает трое. Ситникова Наталья Васильевна, она является исполняющим обязанности директора якутского филиала и заведующая отдела кочевого образования. Федоров Гавриил Михайлович, ведущий специалист, эксперт отдела кочевого образования, кандидат педагогических наук. И я, Иванова Алена Васильевна, тоже являюсь кандидатом педагогических наук, ведущим специалистом, экспертом. Отдел кочевого образования якутского филиала Федерального института родных языков и народов Российской Федерации делает огромную работу для сохранения родных языков, для сохранения традиционного уклада коренных малочисленных народов Севера, для сохранения кочевого образования по всей Российской Федерации. И в этом мы считаем, что наш отдел играет огромную роль. Одна из первых кочевых школ была организована в Оленёкском районе и успешно работает до сих пор. Но кроме того, здесь же была создана и дошкольная кочевая группа. Меня зовут Амосова Ольга Николаевна. Я работаю заместителем директора по дошкольному образованию МБО «Харьялахская СОЖ» имени Христофора Афанасьевича Христофорова в село Харьялах, Оленёкский, Авенкийский национальный район. Ольга Николаевна, мы давно уже не делали передачи про кочевые школы, про кочевые детские сады. Вот скажите, пожалуйста, как у вас в Оленёкском районе сейчас обстоит дело с этими, со школами и с детскими садами? Вот наша школа, да, Харьялахская средняя школа, там у нас есть школа Кёнелеке и еще есть дошкольная группа. Я вот ведаю вот дошкольной группой. Ну вот и расскажите, пожалуйста, в чем заключается ваша работа, где находится эта дошкольная группа, кто туда ходит, чьи дети, чем занимаются, какая программа, чему вы там учите, сколько детишек там ходит, чьих детишек. В 2019 году мы открыли дошкольную группу. У нас было детей 8. Две группы открыли. Из-за того, что, чтобы охватить, ну, как бы детей, всех детей, которые вот кочуют, да. И получается так, одна воспитательница у нас с образованием была, Майя Семеновна, и вот мы взяли помощником воспитателя Изу Руслановну Степанову. Она до сих пор сейчас работает у нас, заканчивает Якутский педагогический колледж. Вот. Ну, вот так вот. А так, каждый год детей больше становится иногда. Иногда бывает, что, ну, годами вот так вот, да. И сейчас, в данное время, их в группе всего 4 детей тоже. Скажите, вообще, где она находится, эта группа? Они, ну, как бы под нас, под наш детский сад, да. Но, тем не менее, они вот кочуют. Стадо находятся они. Самое теплое, ну, как бы более-менее теплое время с марта месяца до вот октября-ноября месяца. Они находятся вот именно в стаде. Чему конкретно учат детей вот в этом кочевом садике? Ну, мы охватываем малышей вот дошкольным образованием, да. Они учатся познать окружающий мир, вот, учатся трудиться. Они узнают именно работу своих родителей. Они кочуют со своими родителями. Вот в этом суть. В зимнее время, ну, домик маленький, и там они занимаются, ну, как в садике. Учатся считать, узнавать эти предметы. Там, получается, рисуют, лепят, руками делают. В летнее время в основном они рыбачат. По ягоду ходят, с олененками возятся, потому что всем детям они назначают вот маленьких оленят. Вот. Олененка. Они должны. Да, они за них ответственны. Мы живем в Оленёкском районе, в село Харьяла. В село Харьялахе живут примерно 700 человек. В основном живут эвенки, оленеводы.
30 лет тому назад, уже в этом году 31 год будет, в школе Кёнелекен. Начали с первого класса, да, получается. И эту школу начала, создавал именно Христофор Апанасьевич Христофоров, чьим именем названа наша школа, да. И учителем была именно Клара Васильевна Кириллова. У нас в школе учатся 120 детей, в садике где-то 74 детей, получается, да, и каждый год вот так вот мы набираем. Население занимается в основном оленеводством, охотоводством. У нас есть именно вот социальные объекты, это клуб, администрация есть, школа, сад, есть пошивочная, одежду для оленеводов, для охотников. В 2021 году нам построили новое здание, двухэтажное каменное, и там нас присоединили, и школу, и садик. И теперь сейчас мы вместе существуем, вместе живем, работаем, творим. По итогам республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад 2024» Хараялахский детский сад стал абсолютным победителем. Наши вот дети, малыши, да, которые вот, растут в Качеве, они очень умные, они практичные, они знают все вот извне, труд своих родителей. И поэтому очень многие дети остаются именно вот в этих кочевьях. У них это вот, как сказать, стиль жизни становится. Как-то вот очень им нравится. И вот даже такое бывает, да, что вот когда зимой они, когда самое холодное время, когда они приезжают к нам вот в поселок, они прямо вот весной уже начинают, они уже готовятся, они уже ждут, когда они поедут в стадо. И они очень тепло рассказывают о своих олененках. Очень, ну, они такие как взрослые, как-то вот с ними разговариваешь, да, они на все вопросы могут даже ответить. Вы сами как думаете, то, что там у вас работает кочевая школа, кочевой детский сад, это имеет смысл, да, и вообще... Как вы думаете, это не зря это все организовано? Конечно, не зря. Потому что это вот, смотрите, если олень у нас будет, да, тогда мы как народ остаемся народом. Потому что овенки без оленя – это не овенка, считайте так. Именно в Оленевском районе овенкистый язык не сохранился. Есть постановление, есть... положение, чтобы учили мы свой язык. В прошлом году и в этом году объявили нам годом эвенкийского языка, и поэтому мы вообще с малых лет начинаем обучать их, но тем не менее, вот именно носитель, что нет носителей языка, из-за этого у нас очень медленно идет вот это развитие. Мы создали группу именно вот в кочевой семье Степановых. У них прадедушек, от дедушек идет вот эта вот семья, все время занимается оленеводством. Такая передовая семья, их сын сейчас, молодой человек, да, он сейчас работает бригадиром именно в этой стадии, в стадии номер один. Там у нас было четверо детей, все их внуки Степановых, Кирилловы, Степановы. И так далее, да? И вот они, вот эта семья их учит за ним, ну, как бы ухаживать за оленями, значит, и шить, как бы учит. Учит детей готовить, сани сами делают. Особенно летом, когда они кочуют, они постоянно, каждый день, почти через день, они с места на место, да, переезжают. Из-за этого... Там они учат детей собираться, построить стойбище. Такая семья у них, очень большая семья. И вот они вот каждый год кочуют именно по тундре. Мы создали кочевые группы и кочевые классы для того, чтобы сохранить традиции и уклад жизни эвенков.
По счастливому стечению обстоятельств нам удалось узнать мнение о кочевых школах директора методического центра Московского государственного университета просвещения, доцента, доктора психологических наук Альбины Александровны Бучик. В 2024 году наш университет получил государственное задание на разработку научно-исследовательской работы, посвященной школам малокомплектным и разработке модели школы полного дня. Эти две темы, они параллельно идут и сейчас находятся в стадии уже завершение, можно сказать, да, к концу года мы обеспечим конкретными методическими рекомендациями и конкретными исследовательскими результатами, которые получены по этим двум темам. В рамках первой темы «Малокомплектные школы» у нас есть разные модели школ малокомплектных, в том числе кочевых школ. Кочевые школы тоже относятся к малокомплектным, и поскольку в современной системе российского образования один из важнейших принципов – это создание единого образовательного пространства на всей территории России, мы должны обеспечить, понятно, специфика кочевых школ, но мы должны обеспечить уровень и качество образования всех обучающихся Российской Федерации. Поэтому придумать, найти те способы, которые помогут учителям в кочевых школах, учителям в малокомплектных школах создать условия для развития гармоничного, потому что главным результатом федерального государственного образовательного стандарта является гармоничное развитие личности. Если в прежних документах об образовании говорилось, что это обучение, и оно было отдельно там от воспитания, отдельно от развития личности, то сегодня современные федеральные стандарты, они объединили все эти понятия. И основной целью образовательного процесса является развитие гармоничной личности через посредника, посредничество учителя, как носителя знаний, культуры, различных образцов, лучших образцов нашей традиционной культуры и так далее. То есть фактически мы сегодня создаем те модели, те механизмы, через которые каждый ученик может развить свои таланты, свои задатки, способности. Учитель, зная возрастные психологические особенности каждого возраста, понимая, какие потребности сегодня у современного ребенка, у современной молодежи, сочетать все эти вызовы для того, чтобы обеспечить наилучшим образом его развитие. Кочевая школа, как особый тип образовательной организации, она нуждается в очень серьезном изучении и детальной проработке тех механизмов, которые сделают ее привлекательной. И вот нам кажется, думается, что именно механизм школы полного дня, образовательная модель школы полного дня может обеспечить наполнение теми видами деятельности, включая профориентационную, эстетическую, декоративно-прикладную, физическую, потенциал интеллектуальный, развитие всех-всех сторон возможных видов деятельности, включение через посредника учителя в разные содействия, позволит ребенку в кочевой школе тоже достичь наилучших результатов и сделать процесс образования комфортным, интересным и привлекательным. В нашей республике сейчас имеется 7 кочевых школ – в Алданском, Анабарском, Кобяйском, Момском, Нижнеколымском, Оленёкском, Тампонском и Ивено-Батантайском районах. И думается, что благодаря их работе проблемы с кадрами в сфере оленеводства будет меняться к лучшему.